Всем привет, дорогие подписчики, с вами Костя Диман, а также Богдан, и сегодня мы вновь продолжаем играть на CCD в GTA 5. Всем здравствуйте. Да, ребята, ссылочка на проект, а также айдишник будет в описании, играйте вместе со мной. Ну а сегодня, ребята, у нас все тоже офигенное нововведение, то есть на CCD в последнее время мы стали снимать рубрики с Богданом. Вы, кстати, новенькие рубрики предлагали, в скором времени они появятся на канале, а сегодня мы будем работать эвакуаторщиками. Что с тобой? Что такое? Что? Что с тобой? Ребята, да, ну за это определенно лайк. Да, потом посмотришь, что она. Что с тобой творится? Ну да. Я чилю или кайфую? Да, ты чилишь, не то слово. У нас Богдан превратился, короче, ребята, в ангела. В ангела доброго. Ладно. В общем-то, ребята, рассказываю. Получается, в предыдущей серии мы с Богданом придумали такую офигенную идейку. То есть мы будем работать эвакуаторщиками. Задача очень проста. Мы будем искать поломанные тачки, которые игроки оставляют для эвакуаторщиков, отвозить их в определенные места. Ауди сломалась. А, да ничего страшного. Вот. А затем, ребята, мы почитаем количество денег, которые мы сможем заработать за 20 минут. Это и будет нашим первым баллом. Кто заработал больше, тот и забирает этот балл. А потом, ребята, мы будем соревноваться на этих найденных тачках. Я не знаю, там могут быть что угодно. Там вазы всякие, какие-нибудь R8 или же вообще топовые тачки. Поэтому, ребята, кому что выпадет. В испытаниях. Кто набирает больше баллов, тот и победил. Ну а кстати, кто смотрел предыдущий ролик? Кто победил в предыдущий раз? Напишите, пожалуйста, прямо сейчас в комментариях. Ну и, конечно же, ребята, что, начнем, да? Да, я вам знаю. Да. Конечно, ребята, предлагайте нововведение или доработки для этой рубрики. Ты, боже. Ты Волгу перевернул, да? Да, братан, я. Тебе новая Волга. Кажись, Волгу тебя перевернул. Найти вызов, короче, давайте мы, наверное, все включим. Раз, 6.57 два, ехать. 3. Да, все, время запустил. 6.03. 6.03? Да. Чисто, давай, ради интереса, мне куда? Мне в город. На фотозону. Мне на фотозону ехать, мне, и тебе еще куда? Мне на сбыт. Походу, мне снова будет ждать раколовка. Ребята, а так как фотозона, вероятнее всего, там крутая тачка будет. То есть, вероятнее всего, ребята, аллилуйя, аллилуйя. Я, походу, зарабатываю себе кучу бабок. Ну и самое главное, ребята, это, собственно, еще в испытаниях выиграть. Потому что, как показывает практика, можно и облапошиться по итогу. Так, не лагай. Итак, ребята, почти доехали. Осталось 1 километр 700 метров. Я срезаю, ничего не знаю. Я чисто вот так вот поеду. Это срезаю. Я в итоге, ребята, уже сейчас буду смотреть, что мне там досталось. И, как помните, в предыдущий раз мне досталась Волга. Первая тачка. А что будет сейчас? Прикиньте, какой-нибудь, я не знаю, там, вазодрочер найдет место, пофоткается, а потом просто пошлет тачку, и она мне достанется. Это будет максимально плохо. Но у тебя на сбыте зато. Вероятнее всего, я даже знаю, что у тебя. Да и ты, в принципе, уже сказал. Так, ладно, я уже почти подъехал. Че там? Чё? Подожди, пока что эта машина выглядит очень плохо, потому что у нас сгорела вся. Димон, у меня R8. Подожди. Что? Что у меня R8. Реально? Сгоревшая полностью, конечно, но R8. А как, подожди, отменить, запереть двери, открыть инвентарь, а как, подожди, надо подойти к тачке, что ли? Да-да-да, потому что тачки нажимаешь R эвакуировать. Блин, братан, у меня, короче, достался Mercedes, получается, знаешь, V-класса, который для работ, понял? Блин, ребята, обидно, и R8 у Богдана сразу сходу сгоревшая в придачу. Ебой. Да ты достал меня. Ты такая красивая, тащил, кстати. Но, как говорится, ребята, на сервере сейчас играет очень много игроков. То есть, шанс выпадения крутых тачек, да и вы, в принципе, сами видите, V-класс, блин, и R8 увеличен в разы. То есть, за это определенно ставим лайк, ребят. Давайте наберем, просто давайте вот сейчас, кто еще не поставил лайки, чисто покажем нашу всю активность. Я тоже поставил лайк на свой ролик, вот, обычно я этого не делаю. Но вы поставите лайки, давайте наберем 2000 лайков за буквально 3 минуты. Сможем ли, а? А ну-ка, я проверю. А пока что я почти довез тачку. Почти довез тачку. Мне интересно, далеко ли я буду вести. 2700 я получил, черт. Да ладно. Ну маловато, да. R8. Слушай, ну ладно, там-то. Ну, смотри, где ты ее будешь использовать, тоже. Такое себе. Ну, заказ у меня 1.2. А, понимаю, так, подожди-ка, у меня я тоже достал. И он как раз то у нас быт, черт. Так ладно, тебе R8 как бы досталось, ничего так-то. Так, а сейчас роковой будет. В смысле, отменить вызов. А, выгрузить тест, точно. 3720 заработал. Да ты лакер, как найти это так вызов работает? Мне ехать 1 км 42 420. А 7 тачек было реально. Тем более ты за 15 так, минут. Ну вроде, я вторую да? уже везу, да, за 15. За 15. 15-17 или так. Ну не важно, ну можно было.
Твою мать! Куда тебе? Что тебе? У меня Джеймсиха. Фургончик. Ну у меня хотя бы легковушка. Да, дождь пошел, кстати, нифига себе. Слушай, ну мне ехать... А, чего? Тоже километр 350, только уже в другое место. О, вот, я вижу эту взорванную R8. А, нет. А, да. Да, кто-то гелик привез, ты прикинь. R8 была, получается, не голубая, а такая лаймовая, да? Она была просто взорвана, я тебе объясняю еще раз. Ну, короче, ТС. Ты ее доставил же, да, к тому моменту? Да. Ну, короче, а кому-то гелик чувак попался. Просто ее обратно в итоге заспаунил, и я видел эту R8, которая тебе досталась. Да, ребята, V-класс плюс фургон. Да ладно. V-класс плюс фургон. Я не знаю, что делать. Пониженную. Итак, я доставил тоже автомобиль выгрузить ТС. Это ты? А, нет, это не ты. Нет, я еду. А, 1700 заработал. Найти вызов. Следующий. 3 километра ехать, кстати. А не куда ехать? Радуйся, пока по городу, пока по городу. Мне в университет, короче, надо ехать. А мне надо в промзону. Серьезно? Прикольно. Так, я почти доехал, уже 900 метров и... Блин. Вопрос, что там? Что такое у тебя? Ну, у меня GMC фургон. О, у меня тут такой же, кстати, выпал только что. Интересно, что у нее возле университета? Ну, явно тут не будет крутой тачки, потому что, ребят, сами понимаете, как бы... Человек, который не купил еще лицуху, вряд ли. Хоть бы ехать было недалеко. Будет кататься. Давай. А, у меня опять тачку довозят. Да ладно, мне роколовка, сраная, боже. Итак, я привожу очередную тачку, выгрузить ТС и найти вызов. Это ты? Да, а, здорово, здорово. 8 километров ехать, прикинь. Нормально. Мне в палето практически 7 ехать. 7400 мне ехать. Это как это работает? Максимально туда же, походу, тебе. Чё такое? Мне в жопу ехать просто, понимаешь? Ну, короче, чуть выше палета, да, получается? Мне ехать. А, да ладно. Но мне почти туда же. Блин, я чуть эвакуатор не разнес. Короче, братан, я почти доехал, аж 500 метров у меня осталось. Мне еще 1,5 км. А, да ладно, нормально, в принципе. Я уже да отсюда чили, я сейчас не увижу. Что у тебя? Сейчас увижу, что у меня будет. А ну-ка. Это чё? Чё там? Это чё такое? Это чё такое? Чё? Это Сузуки мне выпало. Прикинь? Ну, такое. Блин, такое. Ну да, действительно. Ну, конечно, лучше роколовки, это базар. Ну, конечно, базар. Да, но, блин, ну, такое действительно. Нервосим. Ладно, мне в палето надо, походу, и чаль. А, не в палето. 2.93, короче, походу, в Сэнди меня обратно отправляет. И, наверное. Да, ребята, ладно, ехать там. Хочешь, я Волгу свою эвакуирую, чтобы тебе это попалось? А? Не, братан, давай не будем, пожалуйста. Я даже не буду говорить, когда я привезу, чтобы ты меня подгадил. Слушай, а я уже вижу, подгадил. В принципе, куда я... Что у тебя будет, кстати, блин. А ну-ка, я хотел бы узнать. Ну, я тут, как бы, даже догадываюсь, что у меня Реколока? Будет. GMC фургон у меня. Да ладно, а второй, кстати, у тебя рандомная тачка. Прикинь? Мне бы еще погрузить, настолько подебильно. Блин, у тебя рандомная тачка будет полюбасы, ребята. А рандомная тачка может быть даже та же М8, если, конечно... Ну да, М8 же стоит 8, плюс все, что у тебя там... Да, М8 спокойно может быть. Итак, ребята, я доставил тачку. Сейчас посмотрим, куда поедем мы в последний раз выгрузить ТС. И смотрим. Нифига, я заработал 3700. 4 километра ехать, а ехать нам... Куда тебе? Ну, кстати, знаешь, мне тоже на лесопилку. Да. Да, да. Здравствуй, GMC. Итак, собственно говоря. Я вижу, чего там. А нет! Там не фургон! Не фургон, а там не фургон, подожди! Подожди, там не фургон, там, по-моему, X6 стоит. Да ладно. Да ладно, действительно. Тихо, живи! А, эвакуатор, живи! Действительно. Или X5 вообще? Подожди-ка. Я понял, сейчас прям. Возле... А, это джип, это да. Джип, просто джип, получается, СРТ, Чирок, нормально, кстати, неплохой так-то вариант эвакуировать, отлично, друзья, и ехать нам, а ну-ка, куда? Ой, твою мать, далеко, ладно, ребята, ехать 5 километров, но то, что мы заработали на Чирка уже, тоже неплохо, у тебя что, что у тебя? Семерка! Вишневая я семерка на окнах тонировка. Да ладно! То есть у тебя получается 2 фургона, по факту. Семерка, R8 и роколовка, да, получается? Да. А у меня получается джип, Сузуки, получается роколовка, фургон и V-класс. Ребята, сегодня просто реально были офигенные на самом деле тачки. Но как только довезем, мы посмотрим, кто же заработал больше. Итак, ребята, я уже доставляю Чирок. И ровно вот 20 минут прошло. И давай, короче, так как мы погрузили тачки, засчитаем их так. Также вот, и сейчас почитаем цену. 300 метров, короче,
аккуратно. У меня все, я на чек выгрузить, заехал, тормозить. Выгрузит ТС. Все, короче. А я заработал 19 288 рублей. Ой, все. А у тебя сколько? У меня 17 тысяч почти. Да ладно! То есть 16, да? Серьезно, на 3 тысячи меньше? 16 998. Мне еще премию выписали, братан, там 4 штуки. Короче, братан, на самом деле... Ой, лакер. Получается, я работаю эвакуаторщиком и зарабатываю намного больше, чем Богдан. Но это всего лишь мой первый балл, у тебя есть R8. А сейчас идет как раз-таки череда быстрых испытаний. Поэтому погнали на первое. Полетели. Первое наше испытание, ребята, это дерби. Я взял вот такой вот фургон, и я даже не знаю, куда его еще брать. А ты семерку? Mm-hmm. Ну окей, ну, хорошо, погнали, 3, 2, 1, поехали. Отлили. Думаешь, у тебя есть шансы? Тихо. Тихо. Да ты опять жестко, понимаешь? Видишь, ты меня бьешь постоянно. Это не серьезно. Я не знаю, братан, но мне просто кажется, семерка же. Овощ. Для этого испытания. До свидания, до свидания. Да, отличная машина, ты да. О чем? Ладно, ладно, пацаны. Сейчас будет шанс. Это дрифт-корч. А ты запарил, ты сваливайся уже, а. Ребята, за какую тачку болеете больше? Пишите в комментариях. Семерка или же В-класс? Давай, падай. Да в смысле? Да, ну камон, ты лакер. Я так целый день могу. Фига. Тоже какая-то пинга была. Едь сюда, братан. Не, давай, давай. Едь сюда, я братан. Пока разгоню сейчас. Серьезно? Ну, давай, короче, лоб-лоб просто. Лоб-лоб. Понимаю. Слушай, понимаю, знаешь, что может случиться? Кто-то из нас может умереть от ударов. Кстати, как вариант. Кто умер, тот ты. У тебя уже, да? Кстати, минус... У тебя капот отлетел. Сильно. У меня уже пол ХП. Пол ХП, серьезно? Да ты уезжаешь, слушай, едь сюда, молодой тебе будет. Давай, едь ко мне. Давид, на. Пошел отсюда. Сколько у тебя уже ХП? В жизни половина. Тихо. Это на скорости, короче, ты понял? У меня дымит. Это у меня дымит. А, это у тебя дымит? Реально, сейчас разобью нафиг тебе тачку тогда. Давай, пацаны, просто. Давай, пошел отсюда. На изи. Я на ключ остался, ты упал. Не, ну с другой стороны, я же тебя скинул. А получается, что... Ты упал-то раньше, чем я. А это... Слышь, а это не тот же MC, который еще был в тот раз, помнишь? Тут стоит. Сильно. Ладно, ребят, в любом случае, это мой второй балл, а значит, ребят... Мы отправляемся на следующее испытание. Да, эвакуаторщиков, конечно, жаль. Так, ребята, следующее испытание у нас это дрэг-рейсинг. R8 против Роколовки. Просто неуклюжий. Я просто сливаю тачку. Поэтому, братан, 3, 2, 1, поехали. Давай. Поехали. Ты газанул, газанул. Слушай, ну 2-0 пока что. 2-0. До свидания. Да, так что, можно было, что ли? А что мне делать-то? Объясни. Что мне делать-то? Я тебя понял, принял. На самом деле, получается... Я тебя даже задом обогню, мне кажется, задом. Ты понял? Да, ну, конечно, R8 добротив. Я просто тачку сливаю, как бы. Фургон-то, точнее, этот, пикап ничего не поможет, ничего не предоставит мне, не даст возможность выиграть, поэтому, братан... Нет, задом только 80 еду. Ладно, 2-1 в мою пользу все еще, а мы идем дальше на кольцевую гонку. Итак, ребята, следующее испытание — это кольцевая гонка. Сузуки против джипа обычного. Что, я опошку против американцев. 3, 2, 1, поехали, братан. Просто топит. Топит нормально, братан. Знаешь, что? Я, короче, даже... Че? Посмотрю, сколько максималка. 115, 130. Сколько едешь? 90. 90? Серьезно? Да. 140. 140, да. Ну, в любом случае, у тебя рандомная тачка, получается, будет, да? Ты куда ты ее решила потратить-то? На спринт. На спринт, да. У нас еще будет следующее как раз таки испытание, ребята, спринт, где я буду использовать джип Чироки. И у меня останется как раз таки тоже фургончик, как у тебя, где я скину его с горы. Ну, братан, у тебя нету шанса, понимаешь? 150 еду. Ну, а вдруг я не знаю. 150 еду. Я даже уже не вижу. Офигеть. О! Ой, это что такое? Это не наши тачки, наверное, были. Да, в этом, получается, в аэропорту какие-то тачки стоят. А, братан, ну я уже почти доехал, 160. Просто на Сузуки разогнал 160. Да. На самом деле прикольно проходить испытания на новых тачках, которые нам не выпадали. Это как минимум этот джип, который мы не покупали. Да, я ни разу не покупал, не тестировал. Он вроде бы есть у Ванька. Проехаться. Да, и вот Сузуки, ребята, максималка 160. Хотите, берите, хотите, нет, апа. Испытанием у меня уже 3 балла. Куда ты? Один. Где ты? Ну я здесь. А как ты туда попал? Это что, сложно было разве? Понимаю. Ну а мы, ребята, отправляемся на предпоследнее наше испытание.
Да ну! Чё, серьезно? Их шестой тебе рандомно выпал? Четко под мои кэдли, да, какой цвет, а? Понимаю, ну розовый в принципе тоже неплохой. Ну а мне, ребята, джип, а ехать нам аж целых 6,64 километра до виноградника. Готов, брат? 3, 2, 1, поехали! У меня, кстати, 71 тысяча километров, а у тебя сколько? Фигайся, джип повидал. У меня что-то очень много, ты понял? Очень много тоже? Ну ничего себе ты тулишь. 90. А чё, чек есть? Сейчас у тебя будет чек, когда еду. Кстати, а я не знаю, что по чеку у меня, но... Не, чек не горит, братан. На самом деле все четко. У меня джипом. Но да, надо пристегнуться прямо сейчас. Пристегнулся, все отлично. Слушай, а джип-то так-то неплохой. Чирок-то. Тоже так тулит. Сколько ты едешь? 250 было только. А, да полетел. Ну, 230 у меня в среднем, понимаешь? То есть у тебя даже я тачка говорю, быстрее. Я пока не полетел. Понимаю, что ты улетел, до свидания. Слушай, у тебя тачка действительно быстрее выпала. То есть рандомная, но быстрее. Да, я понимаю. Я ее. А ты видел, да, нет? Понимаю, да видел, я видел, как ты врезался. Но пока впереди, а это не может не радовать, ребята. Главное да держать позицию. Что такое у тебя? Два забора, один слева, другой справа, напали на меня, ты понял? Что-то кажется, вдвоем подошли тебе пока не везет. Так, ну я уже выезжаю с Вайнуда, кстати. А ты где? Ну я тоже сейчас буду выезжать с Вайнуда. Осталось 3,90. Тихо, да. Тихо. Понимаю, у меня джип сейчас кульбитнулся. На двух колесах летел, а потом об дерево, об столб врезался и развернулся. Ладно, ребята, короче, надо топтать, потому что сейчас... Тихо, не лагай. У нас прямая, а на прямой Богдан просто... разорвет Чирок в щепки, так как их шестой быстрый. Ну или улетит куда-нибудь. Жопа, конечно, возит, у него будет здоров. 3 километра осталось мне, братан. Да я тебя вижу, я тупо на хвосте. Да понимаю, догонять когда будешь. Зачем? Я подожду, пока тихо, пока тебя не вижу. А, так ты вообще на хвосте, конкретно, да, ребята. Короче, ладно, максимально напряженно, только по дороге, пожалуйста. Догоняет, блин, ребята, там будет догоняет. Место, где я это спихну, потом пойму, потому что будет покрасиво. Да ладно, как я не вписался. Я не вписался. До свидания. Лошар. Подожди. Я все равно тебя догоню сейчас. А, ты... Стоп, пацаны. На самом деле я просто не вписался, а ты... Ты рядом, твою ж мать. Недалеко отстал-то. Тихо. Да ладно, у меня не поворачивает джип уже. О, красиво. Такое? Некрасиво вообще никак. Тихо. Только не на двух колесах. Погнали. Давай. Да, ребята, такое. Мне кажется, у меня есть шансы. Да, есть шансы. Давай. Да газуй, джип. Давай. Сколько едешь? Я 170. Не знаю, что на дорогу. 180. Развернись. Вылети. Вылети прямо сейчас. Вылети, давай, ребята, догнать, обогнать, да, давай. Забей, да ладно, нет. А не получилось ты, потому что был впереди буквально 2 метра, и из-за того, что я тупо врезался, понимаешь, как бы тебе повезло. Ладно, а что по баллам? 3-2, и у нас остается последнее испытание? Да. Отлично. Да, опять. Да, кстати. Снова будет ничья. Погнали на последнее испытание, полетели. Ребята. Гелик тоже с нами участвует, а куда он? А куда, братан, вернись там не прямо понимаю, туда. Не понимаю, но в любом случае, ребята, у нас спуск без тормозов, и у нас остались последние тачки, это мой фургон и раколовка. Ты понимаешь, что розовая. Если ты застрянешь, то все, я выиграл. Я хочу очень выиграть, ребята, кто за меня болеет, кто остался еще здесь, напишите хэштег Димка тащи. Я пойму, что вы со мной. Так, а слушай, фургон неплохо так-то скатывается. Тихо, тут камни, а камней нету. Я еще качусь. Тихо. Давай. Джимси, поехали. На я напоминаю, ребята, еду. Что нам нельзя нажимать я газ вижу. И тормоз. Я тоже тебя вижу. Ты встанешь, нет? Да блин, ты тоже поехал. Он так хорошо управляется, типа он нажимает лево-право, он просто что. Идет сказочно. Понимаю. Просто хорошо. Понимаю. Так, давай. Заблокировать как-нибудь проход или, ребята, просто выиграть. Или просто выиграть. Тихо. Давай, как-нибудь-то. Да. Только не камень. Разогнался. А ты где? Я накатом! Все. Встал! Серьезно?
Да, я в камень просто мордой стал. Отлично. У меня капот, у меня детали полетели дальше мои, конечно. Я видел, они только вот капот мой догоняет. Слушай, ну ты не так далеко от меня отстал, потому что я вон там вот вообще упал. Я так хорошо шутил, он так хорошо идет на катам, сейчас скажешь. А получается 4-2 по баллам, и я наконец-таки, ребята, победил в этой рубрике. Очень, ребята, если набрали 3000 лайков, то мы снимем подобное вновь, уже через недельку обязательно смотрите на канале. А с вами был Диман и Богдан, подписывайтесь на его канал, ссылочка будет в описании, мы также с ним снимаем интересненькие ролики на его каналчик. Всем удачи, ребята, всем пока! Всем до свидули.